дотянулся до этого сложного мяча. Елеков получает обратный пас от Романа Клюкова. Бросок с отклонением. Прекрасное исполнение. Итак, в атаке хозяева. Лилеков. Болельщиков МГТУ. Михаил Лилеков. Активно против Михаила действует Дмитрий Быков. Пока все в рамках правил. Михаил. Получает заслон от Костомаха. Андрей ставит спину сопернику. А вот и Михаил Лилеков. Трехочковый бросок капитана команды. БТУ достигает цели. Одно удовольствие сегодня вызывает игра Дмитрия Быкова. Безусловно. Вячеслав Жидяев, так, показал, что будет отдавать передачу и бросать. А здесь уже Михаил Лилеков бросает. И вновь 3 очка. Михаил бросил, но на подборе хорошо действовала команда МГТУ. Андрей Костомаха с мячом был. Лилеков, бросок с средней дистанции, точен. Михаил. Никто его не опекал, никто его не мешал. Ну нет, конечно, Василий Городилов набрал 2 очка, но я бы ему дал одно. А еще один запас Мушенко. Первый на подборе Валерий после своего неудачного трехочкового броска. И Михаил Лилеков уже с мячом. 8 секунд осталось до окончания времени в атаке. Михаил Лилеков. Михаил Лилеков с мячом. Точно, Михаил Лилеков. Капитан команды МГТУ.